Вот приемная труба фирмы Бритпартс. Номер ее идет 517-469. Так, труба наживлена. А вот это, это комплект крепления выхлопной трубы. Здесь общего номера нету. Вот такой кронштейн BR-3048. Второй такой кронштейн BR-2166. Вот такие резиновые подушки. Здесь он, я вот даже общего номера не скажу, потому что он приходил общим номером. Здесь гравера отдельно BR-2068. Потом эти без номеров под подушки идут. Эти тоже без номеров. Скобы без номеров. Так, гайки BR-0321N. Это у нас втулки в резиновой подушке. Болты BR-0621 и гайки без номеров. Маленькие гравера 0622. Так, это у нас BR-2167. Еще болты BR-0321. Шайбы без номера и еще гайки без номера. Вот такой вот комплект, это крепление глушителя. Штаны я пока наживил, дальше глушитель буду позже собирать. Сейчас ставлю на место помпу. Помпа тоже новая, Бритпартс, номер ее STC-3758. Новая прокладка. Новая помпа. Помпа чугунная. Так. Прокладка с прокладочного картона. Здесь у меня заглушки стоят.
Затягиваю. Помпу протянул. Теперь ставлю верхнюю часть от помпы. Использую такой короткий патрубок, тоже Бермач, БР-1364. Я под низ, под эту проставочку положил прокладку, смазал ее герметиком тонким слоем, одел два хомута. Теперь достаю новый термостат. Термостат Бристон, но от номера другого нет, поэтому не подскажу. Новые болты. А, номер термостата БР-0109. Так, термостат. Здесь в крышку вставляю резинку и смажу ее силиконом. Обычный силиконовый спрей. Но и здесь прокладка тоже есть. Я прокладку тоже смазываю герметиком. Сэндвич получается. Ставлю на место генератор. Генератор, как и стартер, тоже сделали ревизию.
генератор пока не затягиваю, ставлю шкив на помпу. Притянул, хотел было ремешок поставить, а посмотрел, а ремешка у меня и нет, и ни свечей, и ни ремешка. Сейчас заказал, завтра придет, установим. Пока поставлю ухо, переднее да заднее, вернее не ухо, а петля. Ну и с той стороны можно будет поставить корпус масляного фильтра и топливный насос с фильтром. Топливный насос новый пришел. Также внутри только поролон был. Упаковки фирменной не было. Номер не скажу, надо будет посмотреть, если интересно, найду, скажу. Бензонасос идет сразу с отстойником, такой фильтр у него. Беру, устанавливаю. Так, но здесь у меня еще кронштейн стоит. Заглушки пока не снимаю, когда буду подключать шланги, сниму. Это у нас прокладка идет на корпус маслонасоса. Так, а эту прокладочку, наверное, я все-таки смажу герметиком.